Копилка наград Видновской школы искусств пополнилась еще двумя призовыми местами. Ученики по классу балалайки Даниил Бантыш и Лука Семин стали лауреатами второй и третьей степени конкурса «Подмосковные вечера». Преподаватель юных музыкантов Людмила Буркацкая признается, что довольна выступлением своих учеников. Ведь соревноваться ребятам на конкурсе было непросто из-за большой конкуренции и высокого уровня подготовки других участников. Есть над чем работать. Какие-то маленькие нюансики. Опять же, когда такая жесткая конкуренция, и жюри, мне жалко в этом случае, потому что все не могут быть, да, на первом месте. Всего лишь одно, но первое место. Вторых два, как обычно на конкурсах. Третьих три. Десятилетний Даниил Бантыш уже 4 года занимается в детской школе искусств по классу балалайки. Юный музыкант рассказывает, что выбрал этот инструмент совершенно случайно. Я был в детском саду. Моя учительница, ну, которая сейчас, Людмила Николаевна, она приехала туда, и она нам сыграла на балалайке. И я так вдохновился, что мне захотелось тоже играть на балалайке. Вот я и поступил. Учеба и подготовка к конкурсам занимает много времени и сил, признается Даниил. Мама поддерживает его в стремлении добиться успеха. Это очень много времени занимает, конечно, музыкальная школа у нас практически каждый день. Ну и, собственно говоря, занятия дома, потому что без этого не получится результата. То есть ребенок занимается около 2 часов каждый день. А вот Лука Семин совсем недавно начал играть на балалайке. После выступления на конкурсе понял, на что ему следует обратить особое внимание в дальнейшем. Я понял, что мне надо работать над тем, как мне надо слушать сам себя, как я играю. И дожимать, пытаться лады, которые очень высоко. Впереди у ребят конкурс сольного исполнения «Кубок виртуозов», который пройдет в городе Химки 19 февраля. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.